Добрый день, родители. А вот в нашей группе писали по поводу того, что детей подкарауливают возле школы, что это якобы все утка, неправда, на самом деле такого нету. Сегодня произошел этот случай. Как рассказывается далее в аудиосообщении, это произошло рядом с 8-й школой. Шестиклассника пытались затащить в машину, но ребенку удалось вырваться. Об этом он рассказал своей маме. Сообщение появилось сегодня. События, о которых говорит автор, происходили якобы этим утром. История обрастает все новыми подробностями. И даже начинается по-разному. В одном случае мальчик опоздал на первый урок, в другом вышел за водой. Есть версия, что это случилось рано утром. Детей моих как бы посвящали в это дело, что были милиция приходила, давала указания. Мальчика вот, схватили. Да, вот ребятишкам шестиклассника. И вот сейчас этого мальчика будут допрашивать милиции, ну как он выглядит, и эта машина черная, ну вот. Информация только у меня о детей, потому что только со школы пришли, это было рано утром. 7 часов больше утра. Никакой информации раньше, чем 8 часов. Информация о том, что мама обратилась в полицию, подтвердилась. В управлении МВД по Новосибирской области сказали, что заявление от родителей мальчика есть. Действительно, в полицию обратилась мама ребенка. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку, устанавливают все обстоятельства того, что было. Сотрудники полиции просят не называть все происходящее попыткой похищения. Однако стало известно, что сейчас в искитимских школах усилены меры по организации безопасности детей. По заявлению проводится проверка.